Пляж Зиполита в Мексике известен как первый и единственный законный нудистский пляж в стране. Популярным он стал в 1970-х годах, когда здесь собирались хиппи. Название пляжа в переводе языка сапотеков индейского народа означает «пляж мертвых». Говорят, что те приносили сюда тела умерших родственников и оставляли их в море, чтобы их унесло течением. Есть также версия о том, что название места дословно означает «холмистое место». На пляже золотистый песок, а вода здесь прозрачная с оттенками синего и зеленого. Здесь плавают и занимаются серфингом. Волны здесь подходящие для данного вида спорта. Однако всем купальщикам и серферам настоятельно рекомендуется быть осторожными. Повсюду везде развешаны красные флаги, а где-то и вовсе расположены таблички, говорящие о запрете купания. Место славится невероятно сильными подводными течениями, с которыми не в состоянии справиться даже опытные пловцы. Пляж Кейбл, Австралия. С виду пляж – райское место. Белоснежный песок, бирюзовая вода, великолепный вид на закаты. Но периодически пляж полностью закрывают, и на то есть серьезная причина. На его территории обитают крокодилы. Согласно местному закону, уничтожать крокодилов запрещено. Это отчасти и стало причиной того, что их завелось здесь такое большое количество. Есть многолюдные места. Обычно здесь опасности нет, и отдыхающим можно провести время на пляже. Но есть места менее людные, где больше вероятность встретить рептилию. Там прогулки возможны только в сопровождении проводника, а есть места и наиболее дикие. Там гулять категорически не рекомендуется. Пляж Вирджиния, США. В Америке есть пляж с красивым и притягательным в вечернее время побережьем. Однако отдыхающих здесь можно встретить довольно редко. Вирджиния Бич ранее был обычным прибрежным городком, а затем из него сделали полноценный курорт со всеми удобствами. Оборудованные пляжи растягиваются по большей части побережья. Однако остались такие места, как пляж, с которого мы и начали. Он дикий и нетронутый человеком. Из-за этого он привлекает внимание диких лис, встреча с которыми может быть очень опасной, поскольку их укусы и царапины могут быть причиной серьезных заражений. Помимо лис, здесь бывают замечены также и еноты, и белки, которые тоже могут быть потенциальными переносчиками заболеваний. Привлекает их, как правило, мусор, оставленный отдыхающими на побережье. Пляж Копакабана, Бразилия. В Рио-де-Жанейро есть пляж, который не располагает ни ядовитыми медузами, ни крокодилами, не акулами, но тем не менее он входит в список самых опасных. Причина тому – высокая преступность в данном районе. Каждый день на побережье жертвами ограблений становятся десятки людей. Отправляясь на пляж, рекомендуется не брать с собой дорогие вещи, украшения и технику, а отдыхающим в одиночку даже рекомендуется быть особенно внимательными к своей одежде, оставленной на суше. Ее тоже могут легко украсть. Помимо пляжных воришек, здесь также нередко замечаются мошенники и другие преступники. И все же пляж довольно длинный и составляет примерно 4000 метров, а на набережной Авенида Атлантика расположено большое количество ресторанов и магазинов. Отправляясь на пляж Копакабана, оставайтесь там, где многолюдно, так вы снизите риск стать жертвой преступлений. Пляж Гансбай, Южная Африка. В Южной Африке в принципе немало пляжей, опасных большим количеством акул, но есть пляж, расположенный на территории городка Кансаби, который даже называют Great White Shark Capital, что значит столица великой белой акулы. Здесь в самом деле водится один из самых опасных хищников в мире. Конечно, несмотря на обилие предупреждающих знаков, некоторые туристы все равно целенаправленно приезжают именно на этот пляж. Среди них обычно любители дайвинга. Здесь популярно экстремальное развлечение, где дайверы опускаются на дно в специальные клетки из металлических прутьев, защищающих от хищников. Обычным же туристам заходить в воду строго запрещено, так как акулы могут быть даже совсем близко к берегу. Пляж Сан-Паулу, Бразилия, может показаться забавным, но главную угрозу на этих пляжах несут маленькие рыбки. По пляжам везде установлены запрещающие знаки, которые часто игнорируются, что приводит к печальным последствиям. Пираньи – рыбы быстрые, а потому убежать от них практически нереально. Впервые нападение пираний на данной территории было зафиксировано в 2002 году, тогда их было 38, но с каждым годом количество случаев становится все больше. В 2009 году было последнее зарегистрированное нападение с летальным исходом. Сейчас, к счастью, ситуация улучшилась, но не настолько, чтобы терять бдительность. Укус пираньи способен привести к ампутации конечности. Пляж Чаупати, Индия. В Мумбаи есть пляж Чаупати, который иногда называют Шоупати, чье название несколько говорящее. На его территории постоянно проходят вечеринки и праздники. А опасен он тем, что весь мусор и отходы после идут именно сюда. Несмотря на то, что пляж регулярно убирается, он все равно больше походит на свалку, чем на место, где можно насладиться отдыхом. Конечно, здесь нет опасных хищников, но искупаться в воде, полной грязи и мусора, способной принести множество заболеваний, вряд ли адекватный человек захочет.
За те годы, в течение которых здесь проводятся мероприятия, он стал практически непригодным для пляжного отдыха. Пляж Ханакапиай, Гавайи. Хоть Гавайи и славятся своими райскими пляжами, не все из них безопасны. Ханакапиай находится достаточно далеко от поселений и скопления людей. Здесь нет спасателей и инфраструктуры. Зато есть опасные подводные течения невероятной силы, которые не по силам даже опытным пловцам. У воды есть даже табличка, которая гласит: «Предупреждение, не ходить возле воды, невидимое течение убило посетителей». Перед словом «посетителей» расположены черточки, соответствующие количеству жертв. Пляжи Дарвина, Австралия. В городе Дарвин, который является самым удаленным от центра страны городом с влажным климатом, сосредоточены пляжи, которые по красоте ничуть не уступают пляжам Бали. Однако вы не увидите, чтобы в них кто-то купался, это смертельно опасно. Купаться здесь можно только в заливах, отгороженных от моря, либо на отдельных пляжных участках, где есть патруль. Ядовитые медузы, акулы и крокодилы – частые гости здешних пляжей. Дюма. Индия. Пляж привлекает внимание своим темным песком и изобилием магазинчиков и ресторанчиков для туристов поблизости. Даже не дает повода подумать о том, что здесь что-то не так. Тем не менее, пляж имеет свою страшную историю. Несколько десятков лет назад на этом пляже производили кремацию, и по мнению местных, именно на этом пляже сосредоточено наибольшее количество темной энергетики, поскольку души некоторых людей не хотели покидать землю. Говорят, что по ночам здесь можно услышать голоса, которые приказывают что-то сделать, а иногда они ничего не говорят, но слышны крики, плач, смех или стоны. На территории пляжа было также зарегистрировано несколько случаев пропажи людей. Власти предполагают, что это связано с подпольными сектами. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного из мира путешествий. И, конечно, загляните на мой второй канал про международное образование, SMAPS. Линк вы найдете в описании к данному ролику. Thank you.